Доброе утро, Якутия! Телеканал Якутия 24 и НВК Саха вас приветствует. На календаре 27 сентября, день недели среда. И вместе с вами это утро встречает человек, который больше всех любит встречать с вами утро. Павел Танин, доброе утро еще раз. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь бодростью, позитивом, узнавайте первыми о событиях, которые произошли в мире и регионе. Ну и помимо этого, конечно же, узнавайте много интересного, познавательного. Все, что поможет вам этот день провести на позитиве, с улыбкой на лице и, собственно, выполнить и сделать все, что вы на сегодняшний день намечаете. Ну а, собственно, о чем мы сегодня будем говорить? Сегодня, 27 сентября, Якутия празднует День государственности. В 1990 году была принята декларация о суверенитете. И, собственно, помимо этого, мы начинаем сегодня новую рубрику, посвященную архитектурному наследию города Якутска. Сегодня расскажем о первом кирпичном многоквартирном доме с магазином, известным в столице как «Четвертый магазин». Сегодня дроны используют в разных сферах – строительстве, сельском хозяйстве, геологоразведке, картографии и геодезии. Вот о новой профессии – оператор беспилотных авиационных систем – расскажут наши коллеги. Ну и помимо этого, в Великом Новгороде завершился чемпионат высоких технологий. Об этом подробнее поговорим с нашими гостями. Вот это и не только в ближайший почти что час. Все это будет в эфире, поэтому оставайтесь с нами. И не забывайте про наш телеграм-канал, в котором еще больше интересного появляется. То, чего что не попадает в эфир, в том числе – ссылка на телеграм-канал внизу, там же рядом есть QR-код, который при помощи смартфона можно сосканировать, попасть на наш канал и подписаться, и все у вас тогда будет хорошо. Ну а начнем мы, конечно же, эфир с информацией о погоде. По данным гидрометцентра, сегодня в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха остановилась на отметках от минус 6 до плюс 5 градусов. В заречной группе от 7 со знаком минус до плюс 3. В южных от минус 2 до плюс 1, в Вилюйской группе от минус 3 до 0 градусов. В нижнеленских районах от плюс 2 до плюс 5, в западных от 0 до плюс 1, в Колымы-Индигирской группе улусов от минус 2 до плюс 3. В янских районах от минус 2 до плюс 4, на северо-западе от минус 4 до плюс 1. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 2 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице региона преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, температура воздуха днем в столице прогреется максимум до плюс 14 градусов. Ну а чтобы утро действительно было бодрым, этим помогает всегда утренняя зарядка. Она помогает проснуться организму, поскольку после нее кровь начинает циркулировать более интенсивно, питает кислородом все клетки тела, что в свою очередь дарит энергию, бодрость и хорошее настроение на весь день. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч. Колени мягкие, поясницу расслабили, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся вверх. Вспомните что-нибудь хорошее, внутренне улыбнитесь, и на этой волне начинаем нашу утреннюю зарядку. Хлопнули в ладошки, растерли. Растираем до ощущения тепла, нагнетаем энергию в ладони, и этими разогретыми ладонями растираем, пробуждаем свое тело. Начинаем с ушных раковин. Растираем по периметру вверх, вниз, внутри уха поводили пальцы. И теперь растираем затылок, основание черепа, мышцы шеи сзади, по бокам, плечи. И переходим на плечевые суставы. Обязательно представляете, как вы снимаете ладонями с суставов застойную энергию, стряхиваете ее на землю. До ощущения тепла растирайте все суставы, локтевые, и сейчас запястье стряхнули, другая рука. Хорошо. Теперь сжимаем руки в кулаки и вот этими костяшками без нажима взбадриваем позвоночник, растираем вниз до копчика, вверх, насколько идут руки. Нажим усиливаем и растираем спину, поясницу, таз. Ощущайте, как у вас пробуждается вся спина. Перевернули ладони к себе и до ощущения тепла растерли область почек. Ребра, талию, живот и тазобедренные суставы стряхнули. Выставляем одну ногу вперед, растираем колени вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. Другая нога, то же самое.
вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. И теперь чистим пальцы. Снимаем грязь, грязную энергию, которую мы собрали с суставов, и стряхиваем ее на землю. Держим, делаем довольно плотно. Одновременно массируем активные точки на наших пальцах. Растерли между пальцами, по паре раз достаточно. Взяли руки в замок, потянулись, выгнули спину. Спину назад тянем, и вдох, и на выдохе прогибаемся. Вдох, и на выдохе в сторону. Вдох, и на выдохе в другую. Повернули корпус, таз тянем назад, руки вперед, ощущаем, как растягивается поясница. Вдох, на выдохе тянемся вверх. Вдох, на выдохе опять в сторону и расслабились. Делаем вдох и представляем, как вся гармоничная энергия земли и неба втекает в наше тело. Кладем эту энергию в область за пупком. Ладони можно сложить на пупок, можно прикрыть глаза. И вспомните самый счастливый момент жизни. Внутренне улыбнитесь, наполняйте энергией вашей улыбки все свое тело, все пространство вокруг себя. Сияйте радостью, счастьем, любовью. Опускаем руки, представляем левую ногу правой. Хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Ну а сегодня, 27 сентября, отмечается День дошкольного работника. Дата Дня воспитателя и всех дошкольных работников приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге. Он был открыт на Васильевском острове Софьей Люгебель, женой профессора Люгебеля, осенью 1863 года. Идея этого праздника – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное вообще детство. И вот об этом всем, в том числе про дошкольное образование конкретнее, поговорим сегодня с гостьей. Это почетный работник Российской Федерации, отличник образования Республики Саха-Якутия Лена Дмитриевна Троева-Лугинова. Лена Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала, вы человек, который с дошкольным образованием очень тесно связан на протяжении очень долгого времени. Поздравляю вас. Спасибо. С профессиональным праздником. Ну и поговорим вообще, наверное, про работников, да, дошкольного образования. Вот на ваш взгляд, то есть почти 40 лет в этом году исполняется, как вы вообще с этой сферой свою жизнь связали, и, думаю, экспертно можете сказать, какие все-таки личные и профессиональные качества, по вашему мнению, делают вот воспитателя хорошим воспитателем в детском саду? Добрый день, уважаемые телезрители. Всех моих коллег я поздравляю с нашим профессиональным праздником. Конечно, наша профессия очень ответственна и очень нужная. Правительство уделяет очень много внимания именно дошкольному развитию, дошкольному детству. И все делается, все условия, все содержание образования нацелено именно на раннее развитие наших детей. Личностные качества. Личностные качества воспитателей, конечно, это будет зависеть от самого человека, какой приходит человек, готовый, не готовый, любящий детей, компетентный в профессиональной деятельности. От этого очень многое зависит. И, конечно, нашим деткам нужны любящие педагоги, любящие сотрудники, и которые создающие тепло, уют для их полноценного проживания детства. Ну вот говоря про вот все вот эти навыки, да, и качества, все-таки есть вещи, которые человек с опытом получает, да, есть вещи, которые вот либо он так, либо вот все, это либо есть, либо нет. Вот, собственно, насколько много именно вот таких навыков, которые либо есть, либо их не будет никогда, должны присутствовать у воспитателя? Да, есть, конечно. В каждой профессии есть свои издержки, свои прекрасные моменты. И также люди, приходящие, тоже относятся либо вот по природе они педагоги, либо человек случайно попал в нашей профессии. Бывает так. И, конечно, время это показывает, расставляет все на свои места. И остаются
именно на работу те, которые преданы, те, которые действительно связали судьбу свою, отдали, вот, как говорится, до сердца. Посвятили себя. Да, посвятили себя дети. Например, вот мои сокурсницы есть такие, мои однокурсницы, которые до сих пор, вот 40 лет, работают воспитатели. Я передаю привет моим однокурсницам. Ну вот, опять же, возвращаясь к вашему опыту, да, вот однокурсниц 40 лет в сфере дошкольного образования, чему, может быть, самому важному, на ваш взгляд, вы научились за это время вот в этой сфере? Я сама. Да. Конечно, профессия дает очень многое. Для женщины эта профессия дошкольного работника, это, ну, наверное, дано сверху. Так, и как мама мне очень много дала данная профессия, как сотрудник очень много дала данная профессия, как коллега тоже профессия. До сих пор мы учимся, хотя вот прожито, да, столько я... прожила как бы на 11-м министре я сижу сейчас, очень много реформ прожили за свой век профессиональный. И, конечно, каждое нововведение, каждое изменение делает свое, тоже меняет человека. Мы, конечно, не были такими когда-то, да, мы становились, огранивались, мы учились друг у друга. У нас были тоже очень такие мудрые наставники и руководители. Они тоже нас лепили. И сейчас вот я тоже благодарю судьбе, что я попала в руки тоже очень мудрой, хорошему руководителю. Ну и завершая нашу беседу, вот буквально последний вопрос, коротко, да, вот вы как раз упомянули наставничество, что у вас были наставники, а вот вы сегодня как наставник, что бы посоветовали молодым педагогам? Ну, молодым моим коллегам слушаться сердце. Желаете ли вы этого или нет? Ошибки нам не суждено делать. Если мы ошибаемся, мы портим судьбу человека целого. Поэтому надо вот прислушиваться, любим ли мы детей, правильно ли поступаем, правильно ли ведем по жизни наших детей. Тогда все получится. В общем, слушать свое сердце. Лена Дмитриевна, спасибо большое за эту беседу. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо. Также, конечно, всех, кто сегодня связан с дошкольным образованием, поздравляем. Ну и прямо сейчас прервемся на короткую паузу, после которой вернемся, продолжим эфир. Спасибо большое. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Извещать россиян о назначении им пенсии будут по новым правилам. Это касается социальных и страховых выплат по старости и по инвалидности, а также перерасчета размера пенсии и фиксированной выплаты к ней. По новым правилам пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг, будут получать уведомления о назначении им указанных пенсий в своем личном кабинете. Россиян, у которых учетной записи на портале нет, будут информировать по почте. А если у соцфонда есть письменное согласие на это, то присылать письма на электронную почту. Неделя, посвященная Всемирному дню сердца, стартовала и продлится до 1 октября в республике. Минздрав региона призывает якутян принять активное участие в различных медицинских, информационно-просветительских и образовательных акциях недели, направленных на поддержание и укрепление здоровья, популяризацию здорового образа жизни. В рамках недели в медорганизациях пройдут дни открытых дверей, акции «Здоровое сердце семьи» с целью повышения осведомленности населения о болезнях сердца и способах их профилактики. Кроме этого, 29 сентября в честь Всемирного дня сердца подсветка телебашни Якутска поменяет свой цвет на пульсирующий красный. В Якутске торжественно вручат паспорта якутянам, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие состоится 27 сентября на площади Орджоникидзе. Также в этот день пройдут торжественные линейки с исполнением гимнов России и Якутии и поднятием государственных флагов. А во всех образовательных учреждениях города и пригородов пройдут классные часы, уроки гражданственности, конкурсы, викторины, посвященные празднику.
27 сентября отмечается День государственности Якутии. В этот день в 90-м году была провозглашена Декларация о государственном суверенитете республики, положившая начало новому этапу в истории Якутии. Одним из основоположников якутской автономии является Максим Кирович Амосов. Дом-музей открыт в Якутске в 87-м году и посвящен жизни и деятельности видного государственного и общественного деятеля Якутии и его соратников. Каждый житель и гости республики должны посетить мемориальный дом-музей в преддверии Дня государственности Якутии и воочию увидеть экспонаты музея. Кроме того, на День открытых дверей приглашают в мемориальный дом-музей в честь Дня государственности. Ну, наш музей вообще богат экспонатами, скажем, да. Но поскольку подлинных экспонатов, личных вещей Максима Кировича очень мало, потому что он был арестован с конфискацией имущества в городе Фрунзе в Кыргызстане, поэтому у нас остается мебель. Мебель, которая при жизни передала Якутскому музею супруга Максима Кировича Амосова Раи Израильевна Цугель. Это двухтумбовый письменный стол, за которым работал Максим Кирович Амосов. Подлинное его кресло, этажерка и на столе из карельской березы набор письменный с чернильницами, с карандашницами. В Нижней Бестях прибыл уникальный передвижной музей с эффектом погружения «Поезд Победы» в 10 тематических вагонах, посвященных Великой Отечественной войне. Представлены более 150 скульптур. Их прототипом послужили реальные люди. Чтобы посетить уникальную экспозицию, необходимо пройти интернет-регистрацию на сайте проекта. 29 сентября поезд будет работать в Алдане, затем с 30 по 2 сентября поезд будет в Нерюнгри. Якутская республиканская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени Егорова Горного стала победителем всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь». Учреждение представило проект «Я брайлист». Курс проекта разработан на основе практической работы по обучению поздно ослепших лиц. Людей с инвалидностью по зрению обучают основам чтения и письма по системе Брайля на русском и якутском языках. Проект охватит Нерюнгринский район, где многие люди нуждаются в обучении по системе Брайля. Затем курс планирует внедрить в других районах республики. Бюджет Российской Федерации разделяется на три уровня: федеральный, региональный и местный. Важным элементом наполнения местного бюджета являются расчеты с торговых мест, а также оплаты при оказании услуг и работ при использовании контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Все эти платежи попадают в местный бюджет посредством налогообложения. Отчисления с каждого рубля идут на благоустройство дворов и окружающей среды, освещение, газификацию, здравоохранение, иные социальные, инфраструктурные и экономические нужды муниципалитетов. Не выдали кассовый чек? Обратитесь в ФНС России. Утро Якутии. Продолжаем. Сегодня, 27 сентября, Якутия празднует День государственности. В 1990 году была принята декларация о суверенитете. Если заглянуть глубже, витиеватая история государственности, первыми были Платон Аюнский, Максим Амосов и другие видные деятели, чьи имена мы вспоминали в прошлом году, в год столетия Якутской ССР. Юбилейный год минул, но работа по сохранению памяти о государственных деятелях продолжается. В частности, в Намской улусной библиотеке создали несколько проектов, посвященных Максиму Кировичу Амосову. Подробнее в следующем сюжете. 3, 22, 31 с QR-кодом. Вот, находи. Так, 55. Максим, терапитиедин агатын аттара. Старое доброе лото, дополненное QR-кодами. Это изобретение библиотекарей Намского улуса, откуда родом Максим Амосов. Именно о его жизни и деятельности должны узнать участники игры. QR-коды с игрового табло ведут в мир виртуальный. Гигабайты статей, видео, фото и, конечно, электронные книги. Медиапортал «Максим Яркий» отразил весь масштаб жизненного пути легендарного Амосова. В основу портала легли материалы, найденные библиотекарями в архивах страны. К столетию Якутской ССР мы работали в Новосибирске и в Омске, и в Иркутске. Вот последний раз, когда мы ездили и привезли много материалов не только об Амосове, но в частности по созданию Якутской городской организации работников РКПБ. Очень много материалов привезли, документов Сибирского бюро ЦК РКПБ.
Устная библиотека не первый год ведет системную работу по сбору и изданию исследовательских работ и библиографических указателей, не забывая при этом о самых маленьких читателях. Книга рассказов о детстве Максима Амосова, выпущенная совместно с Национальным издательством, пользуется спросом среди читателей. Михаил Эверстов, Татьяна Павлова, Михаил Соловьев, медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Но тем временем в Якутске открыли уникальную выставку вышитых карт и гербов. Талантливые якутские мастерицы вручную вышили на картах изображения, которые указывают на достопримечательности и уникальность каждого района. Выставка «Славься, моя Якутия» посвящена Дню государственности Якутии. Всего в ней представлено 7 работ, изготовленных мастерами и творческими объединениями Мигино-Кангаласского, Намского и Чурапчинского улусов, а также города Якутска. Ну, а мы начинаем новую рубрику, посвященную архитектурному наследию города Якутска. Сегодня мы расскажем о первом кирпичном многоквартирном доме с магазином, известном в столице как «Четвертый магазин». История первого кирпичного многоквартирного дома с магазином на первом этаже начинается в послевоенное время. Здание представляет собой не только архитектурную, но и историческую ценность, ведь архитектура 50-х годов столицы отличается неповторимыми и узнаваемыми стилями, сталинским ампиром. А в истории дома сталинской эпохи погрузилась Ирина Григорьева. Это здание было спроектировано ленинградскими архитекторами Третьяком и Богославским в разработке генерального плана города Якутска в 1939 году. Дом был построен в начале 50-х годов. Продовольственный магазин номер 4 – это единственный первый магазин столицы республики, который располагался на первом этаже жилого дома. Главный фасад – самый протяженный и более короткий по улице Дзержинского и Петра Алексеева, разделен пилястрами в межоконных простенках. Это знаменитый сталинский ампир, который придает зданию особый колорит. Внешний фасад, он как бы очень сильно отличается от тех домов, то есть здесь есть так называемые архитектурные излишества. Вот если мы сравним вот КПДшки, вот наши дома, да, вот там рабочий городок, вот, возле 26-й школы вот такие дома находятся. То есть они очень простые. А в этот период, вот 30-е, 40-е, 50-е годы, это вот использование так называемых, опять же, художественных излишеств. То есть это пилястры, балясины были использованы. А все оконные проемы были использованы всевозможными, тоже дополнительными, да, вот излишествами, как мы говорим. Но это все пропало как раз, когда вышло знаменитое постановление Хрущева. Сталинками называют многоквартирные дома, строившиеся в то время, когда Иосиф Сталин был у власти. Эти дома со всеми удобствами, со стенами из негорючих материалов и с высокими потолками, монументальные и с большим количеством декоративных элементов. Многие дома проекта сталинской эпохи в Якутске были достроены уже при хрущевском правлении. Первый шаг по вмешательству Никиты Хрущева в жилищное строительство был сделан в конце 1955 года. В постановлении ЦК КПСС от 4 ноября 1955 года предписывалось разработать к 1 ноября 1956 года типовые проекты жилых домов без каких-либо архитектурных излишеств. А у вас есть мясо свинины на хрящах? Покажите, пожалуйста. Вот, я у вас куплю его. Председатель Якутского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников Андрей Высоких, как и 30 лет назад, идет в мясной отдел. Вспоминает, чтобы купить хороший кусок говядины, в этом отделе нужно было простоять не одну очередь. Андрей Высоких уверен, стены, так называемые в три кирпича, выдержат любые испытания. Копался котлован, делались так называемые заливные сваи бетонные, потом закапывалось, и потом уже начинал строиться сами стены. Кирпичные стены, толщина 800 мм, то есть три кирпича. Место, где располагался магазин, всегда было оживленным. Знаковое место, где встречались люди, назначались свидания и встречи. На этих редких кадрах сохранилось то время, когда продукты были по талонам, а весной и осенью на пятаке прямо в центре шла оживленная торговля. Вкусные пирожные, горячий чай, пышная оздоба. «Счастливое было время», – вспоминает немного с грустью горожанка Галина. Но с гордостью показывает свои покупки. Изобилие продуктов питания, молочки было в 80-е, а в 90-е, вспоминает, был дефицит. Огромные очереди были за колбасой, вкус которой невозможно забыть. И действительно, раньше здесь ощущение было вот такое вот. Мне казалось, высокими потолки были, здесь колонны были между отделами.
Ну и ощущение вот какое-то прям приятного, вкусного, что-то здесь всегда было. Было идеально, заасфальтировано, мы здесь играли в бадминтон. Известная актриса русского драматического театра Александра Антюхова, как кинопленку, прокручивают в памяти то счастливо, но безвозвратно ушедшее время. Здесь жили в начале 50-х годов актеры, учителя, врачи, якутская элита. Парадная с красивым крыльцом, большие окна. Эти ступени, словно безмолвные свидетели времени, гостеприимно впускают прошлое. Сохранил двери. Они деревянные, конечно, они старинные. Их можно, надо было чистить как-то, чтобы по-новому. Но я все оставила, как было. Александра Викторовна признается, после учебы Красноярского училища искусств в 1972 году переехала в Якутск. Сначала молодых актеров поселили в общежитие, потом переселили в гостиницу. Вспоминает, Якутск их встретил белоснежным снегом, как будто они попали на другую планету. В этот, теперь уже свой родной дом, вначале не хотела переезжать. В общем, здесь были люди, которые, с которыми очень легко было общаться и хорошо жить. Там иду с работы, усталая, после спектакля. Иной раз бывало и три спектакля, две сказки и вечерний спектакль. Бежит уже со сковородкой сын. Он, мама сказала, картошечки вот. Да, так было. Вы уезжаете на гастроли, вот, вы скучаете по дому? Ой, да что вы, я приезжаю и думаю, господи, как я тебя люблю, мой домик, моя квартирка. Здания, как люди, имеют свою биографию и переживают свою личную историю. В советское и постсоветское время строили уже другие дома, и строительство на этом не останавливалось. Но это уже другая история. Ирина Григорьева, Артем Алексеев, Виктор Дячковский, Якутск. Да, конечно, архитектура имеет собственную такую красоту, которой можно любоваться. Мы сейчас поговорим о красоте немного другой, а точнее о том, где, откуда же открываются самые красивые виды на Землю. Космонавт Борисов провел экскурсию по американскому сегменту Международной космической станции. Российский космонавт Константин Борисов провел, собственно, по этому сегменту экскурсию. На эксклюзивных кадрах, снятых с 15 по 19 сентября, Борисов двигается в сторону американского модуля МКС, где находится тренажерный зал, приветствует коллегу астронавта НАСА Жасмин Мокбели и желает ей приятного аппетита. Как признался космонавт, даже в знакомом месте на МКС можно заблудиться, так как объекты расположены в разных плоскостях, и порой то, что кажется полом, на самом деле стена или потолок. Привет! Сегодня я покажу вам дорогу до тренажерного зала. С моего рабочего места в тренажерный зал. Поехали! Движемся по модулю MLM. Залетаем в американский сегмент. Hi, Jazz. Enjoy food. Здесь налево. Российский космонавт Константин Борисов прибыл на МКС 27 августа на борту американского космического корабля SpaceX Crew Dragon с экспедицией Crew-7. Он третий российский космонавт, полетевший на Международную космическую станцию на борту ракеты SpaceX. Его предшественниками стали российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федеев, прибывшие на станцию в октябре 22 и в марте 23 годов соответственно. Улетаем в российский сегмент. Вниз модуль. Ну и накануне космонавты с МКС наблюдали, наверное, самую невероятную картину, а именно северное сияние, потому что делились они фотографиями тоже в соцсетях небывалой красоты. Ну и мы здесь, на Земле, тоже могли наблюдать, особенно вчера в столице республики. Многие люди делились в соцсетях фотографиями и видео северного сияния. Незабываемая, конечно, картина, красота, которую не так часто удается вживую увидеть. Поэтому всем, кто вчера вживую это смог увидеть, и, я думаю, будет сопутствовать ближайшие дни удача точно, потому что, опять же, очень редко можно вживую еще так ярко это явление лицезреть. Ну а в августе этого года Минпросвещение России утвердило перечень профессий, по которым осуществляется обучение в колледжах. В этот перечень вошла специальность оператора беспилотных авиационных систем. Сегодня дроны используют в разных самых сферах – строительстве, сельском хозяйстве, геологоразведке, картографии и геодезии. Таким образом, профессия оператора беспилотных авиационных систем входит в список наиболее актуальных и востребованных современных специальностей. Подробности в следующем материале.
1060 квалифицированных операторов информационных систем. Столько планирует выпустить Центр по обучению операторов информационных систем до 2025 года. С января месяца этого года колледж связи и энергетики имени Дудкина готовит операторов беспилотных летательных аппаратов. Будущие специалисты смогут применить свои навыки как в сельскохозяйственной деятельности, так и при спасательных операциях. К нам приходят либо же сами желающие, которые хотят обучиться, как управлять дронами, либо же направляют нам предприятия. Например, у нас обучались сотрудники Ленские стабы национального парка, обучались сотрудники ЛОРП, вот таких крупных компаний, и ЛРОСы тоже были. Обучение в центре проходит по двум видам – 36 и 72 часа. После чего выпускники центра получают свидетельство о прохождении курсов общероссийского образца. С этим свидетельством они уже могут устроиться на работу по специальности – оператор беспилотных летательных систем. Сейчас мы находимся в лаборатории летной эксплуатации беспилотных авиационных систем. Здесь мы обучаемся принципам управления беспилотниками, планируем наши полеты, выполняем последующую обработку информации, а также обучаем законодательные нормативы и так далее. Помимо группы дополнительного профессионального образования, новую специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» осваивают студенты и школьники на базе 9 класса со сроком обучения 3 года 10 месяцев. В этом году мы набрали первый курс студентов по направлению эксплуатации беспилотных авиационных систем. Первый год обучения у них общеобразовательный, и со второго года обучения у них начинается уже профессиональная деятельность. Но так как мы сотрудничаем еще с несколькими программами, они с этого года уже будут учиться на оператора. То есть они будут уже по истечении года операторами беспилотных авиационных систем. А дальше они будут обучаться уже непосредственно технической эксплуатации беспилотных, то есть это уже в другой лаборатории, они будут создавать дроны, программировать их и так далее. Студент колледжа Юрий Потапов обучается по специальности ремонт и обслуживание радиоэлектронного оборудования по виду техники. В этом году у него появилась возможность дополнительно заниматься по беспилотным летательным аппаратам, где молодой человек получает не только новые знания, но и возможности. Познакомились, небольшая теория, предыстория. Потом мы начали заниматься сначала в актовом зале первичные полеты. И в итоге потом начались полеты на полях, выезжали в поля, тренировались, набивали навык. После того, как мы набили навык, в этом году мы уже пришли более такими подготовленными. Начался набор на основную, получается, специальность по БПЛА. Например, вот сейчас проходит обучение на компьютере, то есть мы летаем визуально, то есть нету больших нагрузок на дрон, то есть сломать его невозможно. Это, с одной стороны, полезно и хорошо, потому что быстро привыкаешь к нему. А технические полеты, когда уже будут полные на дронах, они будут легко осуществляться. Студенты, которые сейчас учатся, по истечении 4 лет должны быть очень хорошо востребованы, да, и мы для этого делаем все возможное, то есть мы проводим разные профориентационные какие-либо работы, там конкурсы будем проводить, соответственно, недавно прошла стратегическая сессия с представителями разных предприятий, и мы там обсуждали, где мы могли бы вообще применить беспилотники и какие кадры нам нужны будут. То есть мы готовим именно для них наших студентов. Сегодня профессия оператора беспилотника становится все более значимой. Операторы по БПЛА востребованы в газонефтедобыче, строительстве, экологии, логистике, сельском, лесном хозяйстве и других отраслях. В будущем использование беспилотных летательных аппаратов будет обязательной технологией для многих сфер. Катерина Винокурова, Артем Алексеев, Якутск. А тем временем пришла осень, наступили холода и привели с собой сезон простуд. Кашель – один из наиболее часто встречающихся симптомов различных заболеваний, и с ним регулярно сталкиваются дети и взрослые, не считая его чем-то страшным, а потому не всегда придают большое значение своевременной диагностике и не обращаются к врачу. Особенно если кашель не сопровождается повышенной температурой и другими болезненными проявлениями. Доброе утро! У такого симптома, как кашель, есть причины, которые не связаны с заболеваниями легких. Первая причина – это прием лекарств от давления.
Кашель, вызываемый приемом ингибиторов ангиотензин превращающего фермента энолаприл, каптоприл, лизинаприл, обычно характеризуется ощущением щекотания на задней стенке глотки. Он сухой, отрывистый, длительный и может усиливаться в горизонтальном положении. Советую заменить препараты на блокаторы рецепторов ангиотензин-2, лазартан, валсартан. Вторая причина – рефлюксная болезнь. Чаще всего кашлевая реакция развивается спустя 20-30 минут после окончания приема пищи. Кашель болезненный, без мокроты и может сопровождаться отрыжкой. Кашель возникает по причине раздражения рецепторов слизистой пищевода кислым желудочным содержимым. Прекратить рефлюкс помогут блокаторы водородной помпы, подавляющий секрет соляной кислоты, ранитидин, фаматидин и другие. Прием ингибиторов протонной помпы, регулирующий кислотность, омепразол, пансопразол и другие. Третья причина – это сердечная недостаточность. Приступы обычно возникают ближе к вечеру и в ночное время при пребывании в горизонтальном положении. Во время них учащается сердцебиение, может возникнуть боль в сердце. После окончания приступа бывает кровохарканье. Совет – консультация кардиолога, прием мочегонных препаратов. Собственно, кашель – явление достаточно частое. Возможно, однажды появится технология, а может быть и очень даже совсем скоро, какая-то новая, которая нас избавит от этого недуга, такого явления, симптома. Но, тем не менее, повод сейчас поговорить вообще о новых технологиях. С 18 по 21 сентября в Великом Новгороде прошел финал чемпионата высоких технологий, международный турнир профессионального мастерства, являющийся частью всероссийского движения «Профессионалы». На протяжении 3 дней за победу боролись 170 конкурсантов из 32 регионов России и 5 иностранных государств. Сегодня у нас в гостях серебряный призер финала чемпионата по компетенции изготовления индивидуальных имплантов Данил Пляскин и студент второго курса Якутского промышленного техникума имени Десяткина и его наставник, эксперт чемпионата Чампин Евгений Павлович, преподаватель также техникума имени Десяткина. Добрый день, доброе утро. Доброе утро. Поздравляю с этим достаточно хорошим выступлением. 170 участников, серебро, это результат очень хороший. Ну и для начала, Данил, расскажи вообще, какие задания были, как их выполняли участники, что сложнее всего оказалось? Задание состояло у нас из 5 модулей, с А по Е модуль. В первом модуле нам давали скан, как он назывался-то? Медицинский скан, короче, черепа. Ага. Из него надо было достать череп, от остальных частей отделить. Ага. Это был первый модуль. Во втором давали также еще раз файл, из него вытаскивали череп, но это уже был файл реального пациента больничного, по-моему, из мотоаварии. Его доставали и отправляли его на оценивание. Ага. Потом в третьем модуле мы распечатывали этот череп, и к нему имплант уже моделировали. В четвертом модуле использовался мастер-модель-имплант, который мы распечатали. Залили его силиконом, mm-hmm. после чего из силикона достается мастер-модель и заливается пластиком. Это все задание. Mm-hmm. То есть модуль — это, грубо говоря, этап какой-то? То есть да, на первом этапе то-то-то-то-то, и вот говоря про, просто так звучит страшно, мы доставали череп. Это речь идет о какой-то, наверное, 3D-модели или что-то такое? Да, 3D-модель с пластика просто. Ага, вот. Ну, вообще, на твой взгляд, кто серьезную конкуренцию в твоем направлении составлял, ну, на кого как бы с опаской так поглядывать приходилось, или не ощущалось такой конкуренции, пришел и делал свое дело? Конкуренция очень ощущалась от участников, которые были рядом со мной. Рядом со мной сидел парень из Москвы был и, по-моему, из Великого Новгорода от корпорации какой-то. Евгений Павлович, вы были наставником, ну, как бы являетесь наставником, то есть и ваш труд тоже в этой медали имеется. Как вообще готовили Данила к соревнованию этому? Готовил в такие сжатые сроки, пришлось так оперативно готовиться, но это, наоборот, помогло. Но вообще, в принципе, грубо говоря, вот таким направлением работы в колледже давно ли занимается? Или это какое-то факультативное индивидуальное занятие? Занимаемся таким давно. Да, я заведующий мастерской лаборатории дизайна. Мы вот
в моей мастерской вот именно таким и занят. Ага. Ну вот вы как эксперт вообще этого движения, да, получается, чемпионата, в чем, наверное, преимущество от участия, ну и тем более победы, собственно, в чемпионатах профмастерства? Преимущество, вообще этот чемпионат, его инициатор, один из инициаторов, это наш президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Он время нашел в своем графике, специально приехал, пообщался с победителями. Данил вот был на встрече. Это вот путь нашей молодежи в будущее, высокие технологии. Ну, прорывной, не отставать, быть впереди, быть первым. Такое вот основное преимущество. Ну а можно ли сказать, что такое успешное участие что-то вот, ну, так сказать, доказало, что ли, что вот, допустим, у нас в Якутии, да, есть вот такие профессионалы такого уровня? Конечно, конечно. Так и есть в любой сфере, какой бы она ни казалась, там, высокотехнологичной, сложной, необычной, непривычной. Нужно просто попробовать, нужно сделать первый шаг, и оно само пойдет, будут люди, они помогут, подскажут. Я, Данил, наставник. Таким образом. Данил, вот вернемся вообще, мы говорили, да, про модели. Ты 3D-моделированием как давно, с первого курса, да, по-моему, увлекаешься? В первом курсе участвовал также в профессионалах, только в обычных по направлению аддитивных технологий. А вообще 3D-моделирование тебя чем привлекло и привлекает до сих пор? Мне оно и раньше было интересно, просто не было времени этим заняться и не знал, где им заниматься, в каких программах. А так вот пришел, мне показали, где что можно было. Вот. Но, нет, ну, в целом именно что, как бы, чем оно привлекает, понятно, что ты и раньше, оно тебя там раньше когда-то привлекло. То есть кто-то от своей деятельности там получает удовольствие, что, ну, условно, я делаю жизнь людей лучше, я делаю какие-то полезные вещи для людей, опять же, там, делаю жизнь лучше. У каждого есть какой-то вот свой мотив, зачем, почему он хочет этим заниматься. Кто-то просто внутреннее какое-то удовлетворение от процесса получает. Вот чем тебя конкретно заманило 3D-моделирование? Но мне было интересно не само то, что вот медицинское направление было, а вот само моделирование. То, что как происходит процесс, очень интересно что-то самому создать своими руками, то, что как это выглядит потом, может, кому-то это будет тоже интересно. То есть этот созидательный процесс, да, он привлекает. Здорово. Евгений Павлович, а сегодня вообще в учебном заведении вашем по каким специальностям, в принципе, особенно, может быть, по современным, да, высоким технологиям, каким специальностям готовят? Я на занятиях по информатике вообще не делаю для себя никаких различий, кто вот по какой специальности обучается, будь то электромонтаж, сантехника, ювелирное дело. То есть для меня, ну, разницы нет. Я ко всем ребятам, студентам отношусь одинаково, вижу во всех потенциал. Но вот базовое, кто занимается 3D, кому это больше всех нужно, это, конечно, наши ювелиры. Я вот стараюсь делать акцент в работе с ювелирами. Мне кажется, вообще 3D-моделирование очень привнесло много и упростило ювелирную сферу сегодня. Так и есть. Если вернуться там 100 лет назад, там же это все руками прям. Ручной труд. Ручной труд. А вот вернемся к чемпионату. Получается, понятно, что там не только соревновательная была программа, еще какая-то, может быть, деловая, культурная. Чем еще чемпионат запомнился вот вам обоим? Я так понимаю, вы оба же ездили, правильно? Конечно, конечно. Давайте начну, перехвачу немножко. Великий Новгород – замечательный город, исторический, там была такая культурная программа по, ну, собственно, колыбели, да, вот нашей государственности, с театральной программой. Все было замечательно. Вообще вот это вот чемпионат и победа в нем, особенно вот в год педагога и наставника, для меня вот то, что Данил, я... Он такой подарок мне сделал. Символичный. Я, да, символичный. Я очень рад. Как бы хочу вот в прямом эфире порадоваться, поблагодарить его, если не против, пожать руку за такой подарок. Ну и, наверное, завершая беседу, еще вот плюс таких чемпионатов, вообще таких событий, в принципе, не обязательно соревновательных, это, конечно же, общение вот с ребятами, опять же, с преподавателями из других регионов. Удалось ли пообщаться? Удалось ли, может быть, у них чего-то нового узнать или, наоборот, их научить чему-то новому? Я смог пообщаться с другими наставниками других участников. Мне с ними тоже понравилось общаться. Также с участниками пообщался, с некоторыми было
приятно общаться, с некоторыми не удалось пообщаться, не пересеклись. В общем, было с ними очень интересно. А вот что касается вас тоже, с коллегами? Я в чемпионатном движении не первый год, и многих знаю, тесно общаюсь. Как бы, был лишний раз старых знакомых увидеть рад, с новыми познакомиться. В рабочем графике все прошло. То есть, по большей части, говоря про коллег, это уже была дружеская встреча больше. В какой-то степени, да. Евгений Павлович, Данил, спасибо огромное. Еще раз поздравляю с успешным выступлением. Спасибо. Желаю дальнейших успехов. И, возможно, в обозримом будущем и золотая медаль нам светит. Почему бы и конечно, нет, надо к этому стремиться. Еще раз спасибо, хорошего вам дня. Ну а я передаю слово коллегам из информационной службы. Они сейчас расскажут о последних новостях. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Якутии с апреля прошлого года работает современный кардиососудистый центр. За полтора года в нем провели около 500 операций на сердце и свыше 1000 эндоваскулярных операций на сосудах, в том числе и в экстренных случаях. Кардиологи впервые провели 5 уникальных операций по стентированию артерий с использованием внутрисосудистого ультразвука, что позволяет пациентам минимизировать риски. В центре проводятся телемедицинские консультации и виртуальные обходы пациентов в центральных районных больницах республики. Единый дистанционный консультативный центр организовал свыше 4500 телемедицинских консультаций. В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. В медицинском центре города Якутска планируется охватить вакцинацией 19 тысяч детей и 26 тысяч человек взрослого населения. Из них на сегодняшний день привито около 30%. Также бригады медиков по заявкам выезжают к трудовым коллективам и на дом к маломобильным гражданам. Лечебное учреждение обеспечено соответствующими вакцинами, такими как Савигрип и Ультрикс Квадри. У нас есть две вакцины, это Ультрикс Квадри и Савигрип. Савигрип, он трехвалентный, Ультрикс Квадри у нас четырехвалентный. Разница в них, что в Савигрипе есть две группы А и одна группа Б грипп. А в Ультрикс Квадри две группы А и две группы Б. Но если беспокоит там температура, высокая температура, местная гиперемия, отечность, припухлость да, большая, то уже должны обратиться к врачу по месту жительства. Студент Якутского промышленного техникума Даниил Пляскин стал обладателем серебряной медали Международного чемпионата высоких технологий профессионалов в компетенции изготовления индивидуальных имплантов. До этого Даниил неоднократно принимал участие в различных соревнованиях профессионального мастерства, чем заслужил приглашение на международные соревнования. Чемпионат проходил в Великом Новгороде и собрал профессионалов из России, Сирии, Азербайджана и других стран. Чемпионат проводился впервые, и второе место якутского студента имеет большое значение для развития высоких технологий. Был скан реального пациента, если не ошибаюсь, говорили из мотоаварии. Надо было достать оттуда череп, его достали там с повреждением, и потом моделировали для этого черепа накладку. Потом этот имплант, после того как был подготовлен, распечатывается на 3D-принтере, мастер-модель, и заливается силиконом. После силикона достается и заливается пластиком. И это уже готовый имплант. Мечта молодых семей о собственном жилье стала реальностью благодаря действию федеральной программы по улучшению жилищных условий «Молодая семья». Жилищные сертификаты получили 29 семей в Ленском районе. В этом году из них 25 участников уже приобрели собственное жилье. Суммы у жилищных сертификатов разные в зависимости от количества членов семьи. Так, например, семья из двух человек получает социальную выплату в размере 760 тысяч рублей, а из пяти – чуть более 1,5 миллиона. В Якутске 29 и 30 сентября впервые пройдет фестиваль архитектуры ЭЙГЭ «Диалог на квартале». Это одно из первых событий в преддверии вручения премии в сфере архитектуры и дизайна ЭЙГЭ-2024. Главной темой фестиваля станет объединяющий разных людей и преодолевающий барьеры диалог. В программу войдут и мероприятия для горожан, в том числе выставки, лекции и различные мастер-классы. В целом в течение 23-24 годов планируется проведение встречи обучающих программ по разным направлениям, по завершении которых произойдет главное событие – вручение премии ЭЙГЭ-2024.
Ну а якутская сборная по дзюдо готовится выступить на чемпионате России, который стартует с 27 сентября в Кемерове. Честь республики будут отстаивать одни из лучших борцов страны. Сборная республики под руководством главного тренера Дамдиндоржа Гамбадоржа сумела заполучить 9 путевок на чемпионат. На татами в женском дивизионе выйдут неоднократные медалистки и первенцы страны и призеры различных турниров и Дальнего Востока. Соревнования пройдут с 27 сентября по 1 октября. В первый день стартуют представители весовых категорий до 78 килограммов у женщин и 70 килограммов среди мужчин, а 1 октября медали разыграют в категориях до 48 и 52 килограммов, где заявлены 3 якутянки. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Утро Якутии, мы продолжаем. И, наверное, многим знакома такая ситуация. Да? Хочется купить много новых вещей, ну или немного, в общем, новых вещей. Их нужно обязательно положить куда-то в шкаф, а в шкафу места-то вроде и нету уже, где складировать все это, непонятно. Вот. И, возможно, дело даже не в том, что давно не проводили ревизию своей одежды, а просто в неправильном складывании. Поэтому расскажем вам сейчас секреты, которые помогут вам бороться с растущим наплывом и бардаком на полках в шкафу. Наверняка вам знакома ситуация, когда кажется, что складывать вещи просто некуда. Заполнен весь шкаф. Возможно, что дело не в том, что вы давно не проводили ревизию, а в неправильном складывании своих вещей. Сегодня мы расскажем секреты, которые помогут вам с бардаком на полках. У каждого из нас есть в гардеробе пара джинс и брюк. Но как же их сложить, чтобы они не занимали много места и красиво выглядели на полках? Этот способ легок в исполнении и будет отлично смотреться на полке. Но есть альтернативный способ. Скрутите джинсы или брюки в трубочку. В таком виде одежда займет минимум места, а также это отличный способ для хранения джинс в чемодане. Что же делать с рубашками, на которых не хватило вешалок? Воспользуйтесь следующим советом, и ваша рубашка будет красиво лежать на полке и не создавать визуальный шум. Попробуйте сложить футболки так. Благодаря этому стопки футболок будут выглядеть ровными и аккуратными, а футболка меньше мнется. Но если вы приверженцы вертикального хранения, то используйте следующую методику. Она подойдет тем, кто не боится глажки перед тем, как надеть вещь. Эти советы помогут вам облегчить уборку и помогут придать эстетичный вид содержимого в вашем шкафу. Артистка цирка вместе с дрессированными птицами прошлась по Якутску. Цирку Якутии понравился новый флешмоб, и они решили сделать свою версию. Тренд продолжила артистка цирка Александра Николаева со своими подопечными королевским попугайчиком Карелла, милыми голубками Пашей и Гулей и с красавчиком Савенком Челбоном. И это все вызвало улыбки и всеобщий восторг якутян. Вот такая позитивная нота, на которой мы почти завершаем наш эфир. Но прежде чем попрощаемся и распрощаемся и уйдем в этот день его побеждать, давайте вспомним, ну, особенно для тех, кто вот под самый конец к нам присоединился, что же за окном нас сегодня с самого утра ждало и что в Якутске ждать еще сегодня днем. Немного о погоде поговорим.
По данным гидрометцентра, сегодня в Якутске, сегодня в республике в 6 часов утра, в центральных районах температура воздуха от минус 6 до плюс 5 градусов, в заречной группе от минус 7 до плюс 3, в южных районах от минус 2 до плюс 1, в Вилюйской группе от минус 3 до 0. В Нижнеленских от плюс 2 до плюс 5, в западных от 0 до плюс 1, в Колым и Индигирской группе улусов от минус 2 до плюс 3, в Янских от минус 2 до плюс 4, на северо-западе от минус 4 до плюс 1. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 2 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем в Якутске сегодня максимум прогреется до плюс 14 градусов. Вот такой вот бабье лето в Якутске. Но я на этом с вами прощаюсь. Завтра вновь в этой студии увидимся. До встречи.